Колбаса и сосиски с кусочками ламинарии, хлеб с зелеными водорослями, печенье с добавлением соевой акары, а также шоколад с добавлением экстракта женьшеня, разнообразные мармелады на основе отвара бурых водорослей. Каждая из разработок ученых школы биомедицины ДВФУ – новое слово на продовольственном рынке и обязательно с дальневосточным колоритом, который прослеживается в составе ингредиентов продукта и его названии. Все эти продукты выглядят традиционно, но на самом деле они, каждый имеет свою изюминку. То есть какие-либо компоненты, которые введены в состав этих продуктов впервые. И все они несут функциональную нагрузку, то есть являются полезными для человека. Любителей сладкого порадуют такие новинки, как мармелад на основе отвара бурых водорослей, карамель леденцовая, батончики мюсли с оригинальными добавками и диетическое гречишное печенье. Особое внимание гостей выставки привлек хлеб морской с ламинарией и гребешком. Для его приготовления используется не мясо гребешка, а вода, оставшаяся после варки моллюска. Эта жидкость богата аминокислотами и йодом. Она обогащает хлеб и повышает его ценность. На вкус хлеб не отличается. Единственное, у хлеба с гребешком имеется такой приятный запах. Вот, если его можно понюхать без проблем. С ламинарией водоросли там не чувствуется. Пока жители Приморья смогут попробовать эти продукты только на выставке. На прилавках магазинов эта еда появится в том случае, если ученым поступят коммерческие предложения производителей. Задача школы биомедицины не только подготовка научных кадров для Дальнего Востока, но и разработка новых продуктов функционального питания. Деятельность ученых ДВФУ вызывает интерес и у зарубежных специалистов. Так, например, в будущем они будут сотрудничать с японскими учеными. Вчера у нас были японские ученые из сельскохозяйственного университета Японии. Чем они заинтересовались? Это, конечно, нашими биотехнологическими возможностями. Напомним, что инновационные продукты питания были представлены студентами в рамках международной выставки «Даль агропродовольствия», которая проходит в эти дни на острове Русский в ДВФУ. В ней принимают участие 111 производителей из России, Китая, Республики Корея и Вьетнама. Большинство участников ярмарки – это приморские товаропроизводители. Они представляют здесь хлебобулочные, кондитерские изделия, сыры, мед, соленья, а также молочную, мясную и рыбную продукцию. Специалисты отмечают, что продукции в крае производят много, и вся она хорошего качества. Покупать приморское зерно, масло, мясо сегодня готовы Китай, Корея и Япония, поэтому одна из первоочередных задач сейчас – подготовить инфраструктуру для экспорта. Дмитрий Беломестнов, Сергей Тулатиев, новости на Восьмом.